Вторая серия. Давайте назовем, начнем на тему, как заработать в 2022 году деньги. Вот как такая тема, куда вложить в 2022 году в кризис. 4 выгодных тем. Вот вторая часть. Давайте обратно поговорим про это. Давайте лучше продолжим, чтобы было легче мне. Фух. Так, это сказал. Ну вот про депозиты вот не сказала. Рекомендую, конечно же, но дело в том, что это 10%, бывает даже меньше.